туди ловони. Сінокос Жолдєва Сергія. Наверное, штук 50, наверное, будет рулонов. А я снова поехал косить траву. Второй день, точнее сказать. Привет всем, друзья. Поехал докашивать. Вчера косил практически целый день, ну как практически, с обеда выехал, потому что до обеда поломка была. Колесо переднее квартировал где-то. Надел косилку, и вот с обеда вчера косил. Взял вчера охват, охват еще один взял и, ну, не докосил. Уже было поздно. Ну и, короче, устал. Решил сегодня. Сегодня встал. 6 еще не было утра. Обслужил трактор. Проверил масла. Залил воды. Залил. Помыл окна. Ножи вчера вечером уже подточил. Косилка сзади. Грязная вся, в муравейниках. Вот. Днем жарко очень. Поэтому вот, говорю, поеду я. Так, сейчас я включусь. На 6-ю передачу. Днем жарко, и поэтому сейчас я, говорю, поеду утром. Хоть жары такой не будет. Вот. Пока то все, время уж 7:30 утра. Ну вот, наверное, сейчас 7:30 поехал. Пока доеду, минут 40 по дороге. Быстро не поедешь. Ну, косилка сзади гремит, стучит. Все-таки техника своя. Залил я 50, да, 50, нет, 40, залил 40, 45 литров солярки, когда ездили позавчера, этот трактор ходил с волковыми граблями, ну, поработал часа 3, наверное. С волковыми граблями ТЗ-80. Я думаю, литров 15. Может быть, сжег. Ну и вчера вот я день работал. Вот. Литров 30, наверное, сжег. Ходил вчера. Сначала начал ходить на 4-й передаче. Потом смотрю, трава не очень. Ну, где трава небольшая, там 5-ю включал. В основном на 5-й. Вот. И вот сегодня я, еще раз повторюсь, 45 литров заправил утром. Вот такая. Бак совершенно полный. Вчера после 6 стало более-менее нормально коситься. Ну, как нормально. Жар ушел весь. И стало более-менее прохладнее. Температура стала падать. Но он и так, трактор, сильно не греется. Шторка приоткрыта. Он где-то 70, около 70 я так держал температуру.
вот так. А днем жарковато все равно. Ну, 30, наверное, стоит. Все раньше коров пасли. Здесь, здесь. Колхозных коров. Свои были коровы. Ну, наш деревенский скот частников. А потом, со временем, скота меньше стало, меньше и стоит сон. Сейчас даже сюда Чопузов перестал. Второй год не пригоняет скотину. А раньше тут скотина его стояла. Ну, тоже пастухи пасли. Вот, в основном нетелей пасли. Нетель — это значит еще не сформировавшаяся молодая коровка, которая еще не телилась. Большачок был раньше, колхоз делал вот. Канавы остались, если видите. Утром в деревне смотрю, никого нет. Один-два, кто на газельку пройдет, человек, и все. Тишина. Ну, выходные будут, приедут. Да, сегодня, кстати, ребята, сегодня 15 июля, половина месяца. Половина месяца июля прошла. Дорогу ехать можно, ничего, сухая. Они БДТ протащили сначала туда-сюда, дисковую ворону, а потом это протащили, брус, наверное, скорее всего, может, клюшку бетонную. Все, ребята, приехал я на поле, сейчас разложусь, вещи выгружу и начну косить. Вот там оставлю вещи. Не покосили два сезона, и уже кусты стали зарастать. Вот, вот и оставляю петухи такие. Вот тебе и так. Опа. Сейчас вылезу. Вот так вот.